В 2016 году планируется выполнить ремонт с полной заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 16 участках уличной дорожной сети столицы республики. На эти цели будет направлено более 170 миллионов рублей. Чтобы не тратить драгоценное время, дороги ремонтируют и ночью. Кольцо на пересечении улиц Гагарина и Калинина – одно из самых оживленных мест в городе. Необходимость ремонтировать покрытие назрела давно. Чтобы избежать пробки и ускорить ремонт дороги, принято решение ремонтировать ночью. Мы привлекли специализированную подрядную организацию для осуществления строительного контроля. То есть было проведено обследование улично-дорожной сети города. И этот участок также попал в программу ремонта. Замены верхнего слоя. Ремонт идет уже вторую ночь. На дороге сняли старое полотно и уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон. Щебеночно-мастичный асфальтобетон производится не на битуме, а на основе полимерно-битумного вяжущего. Значит, на других участках мы работаем, производим холодные ресаклирование основания, подготовка основания и потом укладка двухслойного асфальтобетона. Точно так же на всех участках применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон на основании ПБВ. В 10 часов вечера на участок прибыла машина с дорожной смесью. Самосвал полностью термоизолирован. Благодаря этому сохраняется исходная температура материала, не менее 150 градусов. Проверка температуры, ровности укладки, толщины укладки асфальтобетона. То есть до меня была проверена рецептура, то есть щебень, битум и все комплектующие, которые входят в состав асфальтобетона. Уже непосредственно на месте контролируется температура, толщина и ровность. Гарантия строителей на этот участок не менее 6 лет. А вот действительно так или нет, покажет время и интенсивное движение. Ремонтные работы в городе должны быть завершены к 10 августа.